Так, все, мы приехали уже с садика. Ваня уже с Оксей обнимается опять. Маша тут качается. Она, кстати, в шортах. Не пишите, что она в трусах. Да, Маша? Хорошо, да, качаться? Сейчас покажу папе, какие инструменты я купила. Ладно, иду. Так, дорогие друзья, показываю, что купила. Это я себе папку взяла мне на... Дальше. Купила два вот таких шланга. Один 1,80 м, другой 2. Это для крана, чтобы переместить его сместитель. Получается. Пока сюда положим. Дальше купили две кисточки разных размеров для покраски. Потом дальше взяли белую краску для окон. А на веранде докрасить там надо. И купили черную краску. Сейчас покажу марку. Вот такую вот покрасить стол. Мы хотим его вот здесь потом поставить. В этом месте. А белую краску вот для тех окон. Видите, там верх не закрашен еще. Его еще не закрасили. Краски не хватило. Вот как раз для окон и купили. Такую вот. Написано как бы глянцевая, для натуральных, для наружных и внутренних работ. Ну, вроде красили, вроде после дождя ничего не размылось нормально. Поэтому как-то так. Ладно, вот такие вот все у меня покупочки были. Ребята, ну что, смотрите, что у нас получается. Вот такая вот комната в зале. Это зал у нас. Вот окно, вот койка зеленая. Если вот так вот. Тише. Ну да, должна. Ну, наверное. Светочай я сделала. Мы ждем, когда пол подсохнет получше. Я еще раз вымыла пол, чтобы получше было. Ну и вот так вот потихоньку. Там вот что-то воздух появился. Сейчас папе надо сказать, чтобы там выровнял. Мы разными способами пробовали. И все равно вот оно получается. Складки, ну, надеемся, выровняется. Но вот здесь, смотри, уже подсыхает и лучше уже, да, стало? Все тапки снимай! Ладно. Делаем дальше ремонт, потом вам покажу, что и как у нас. Всем привет, ребята. Вчера мы вот так доделали обои. Катюша там лежит, загорает. Те, Катя, хорошо собрали вот эту койку. Мы вчера Ильюша. Тут Илья, скажи всем привет. Что это? А что у вас просто так свисли? Или вы так ее заправили? А, ну понятно. Ну потом сделайте, ладно. У нас время, день уже. Мы сходили с Ильей на почту. Да, пришла вот такая вот посылка у нас от Оли и Антона. Ваня, передай всем привет. Ваня, помахай всем. Вань. Привет. Всем привет. Да, Марина тут лохматая опять. Так, нет, иди там вставай и помаши всем. У нас пришла посылка с Германии. Сегодня будем распаковку делать, надеюсь, если смогу. Ну, посмотрим. Да, там Ване сладости пришли. Да, Ваня у нас упал. Видите, у него на лице болячка. Ваня, покажи, какая у тебя болячка. Ой, болячка. Да, на лице. Так губы надул. Там еще две посылки с Китая пришли. И одна посылка с группы у Аннушки. Мариночка, Марина, ножки опусти. А принеси ножницы, Илья сразу распакует. Или ножик какой-нибудь маленький. Оксана, подожди. Вот такие вот, Ваня, сразу коробки. Илья, как тебе по весу коробка? Тяжелая, очень тяжело нес. На, Илья, керамический тебе ножик дали. Маша, заправляй койку. А, там посылка в посылке, что ли? Что, все? Нет, вон, топ. Это не топ, дай сюда. Это бюстгальтер. Что-то он огромный. Ну ладно, потом посмотрю. Следующую посылку Илья открывает. Илья, тебе бюстгальтер пришел? О, это монопод. Это мой монопод пришел. Тренога вот такой вот. Потом посмотрим. А там вышивки. Это мне отдельно надо снимать будет ее. Что, сразу будешь распаковывать? Ну, давай тогда. Давай на пол ее поставь. Подождите, сейчас остановимся. Так, хотя отодвинься. Так, дорогие друзья, всем еще раз привет. Снимаю я вот так. Аня, иди к Кате. Так, подожди, давай отодвинься. Иди к Кате. Тебя зажали? Ванечка, иди сюда ко мне. Офигеть! Садись, а тут мама тебе сейчас будет подавать. Так, давай первое доставай. Что это такое?
А, это хлопья. Вот такие вот, ребята, целая коробка хлопьев. У нас когда-то уже приходили на погоду. На. О, попкорн. Целая коробка. Попкорн. Пакет, да. Вот такой вот. На, Света, поближе показывай. А вам китайцы. О, вот за это, ребята, Марина, вот за это огромное спасибо. У нас вешалок просто не хватает. У нас вешалки, это вообще дефицит. Вот это вот детские вешалки для Марины и для Окси. Для челленджа не вскрывать, узнай вкус чая. Так, все, это мы оставляем для челленджа. Мы не открываем, мы потом прибираем. Ой, еще вешалки. Оля, огромное спасибо за вешалки. Так, Настя, открой сама, не переворачивая. Сладости для детей. Хорошо, открываю. Это мышки, ребята. Поближе покажи, Света. Это мышки. Открой. Давай я открою. Так, подожди, надо... Давайте кушать. А, видать, чай... Давай я попробую открыть. Подожди. Маш, ты Маш, не подожди. Это нормально. Так, дай, дай всем по одной мармеладке. Маленьким дай по мармеладке. Давай. Маниночка, подожди. Маня, бери какую ты хочешь мышку. Вот такие вот мышки. Или мышку хочешь? Вкусно? Маня, ну-ка скажи. Вкусно? Эксперт сказал, Марина... Зефирки. Убери вот эту зефирка. Ну все. Спасибо. Да, вкусная, да, мышь? Это... Оля, я ж тебя просила, но не надо. Подожди. Ребята, у нас за... Да, мышка, кушай, кушай. Глазки, да. Все, все, тихо. Оля нам уже такие присылала. Они просто бомба. Вот у нас здесь одна лампочка горит сейчас. И смотрите, какое освещение. Оленька, тебе огромное с Антоном. Спасибо за лампочки, угу. Потому что я смотрела. Челлендж не вскрывай, а уже скрыто. В смысле? Порвано. Так, лампочки. Дальше соберу, чтобы Ваня... Челлендж не вскрывай, написано. Так, челлендж не вскрывай. Да. Все, запакуй аккуратно, убери, значит, не будем открывать. Оля прям постаралась. О, это у меня у детей любимые вафельки. Спасибо огромное за эти вафельки. Прибираем. Так. Это мне, я так поняла, Олина мама отправила. Передайте, Оля, своей маме огромное спасибо. Я знаю, что это она передала, потому что я в этом уверена. Она такой же любитель зеленых чаев, как и я. Зеленый чай обычный. Светлана, поближе показывай. Огромное просто спасибо. Ну, потом чай из шиповника. Света, показывай. И чай из разных ягод и роз, видимо. Огромное-огромное спасибо. Дай Бог вам здоровья. Чаи я просто... Мариночка, Марина, ножки убери, пожалуйста. Убери ножки. Марина ножку задевает, поэтому извиняюсь. Мы просто, я чаи обожаю, поэтому огромное спасибо. Дальше, соломка. Давайте из пакетика будем доставать и показывать. Так будет лучше видно. На, показывай. А это что такое? Палочки, палочки. А, это чупа-чупсы, ребята. Света, останови, пожалуйста, пока камеру. Подожди. Прошу свои извинения, пришлось остановиться, потому что Марина ножку задевала камеру, а в камеру показывать маленьких, по идее, я не хотела, но вот только один пришел, самый главный эксперт. Дальше пришли вот такие вот чупа-чупсы. Ваня, тут тебе кое-что пришло. Огромное-огромное спасибо. Ваня пришел вот такой конструктор. С Ваней, с Мариной пришел такой конструктор. На, сыночка, на, играй. Ох ты, ё-моё. А тут еще, ребята, один конструктор вот в такой сумочке. Там, там написано, кому. На, убирай. Ваня, смотри, какой еще пришел. Так, здесь ничего не написано. А вот здесь написано Маше. Давай сначала Маше. Маше пришел вот такой. А тут, может, где-то бумажечка есть? Подожди, может, где-то бумажка есть? Нет. Так, это Маша. Маша, можно я открою? Маша, ты налью. Пришел вот такой вот папочка. Классно. Вот, Маша, тебе в школу будет тетрадки. А
Это художественное. Зеркало. Зеркало. А там еще что-то. Ого! Слушайте, классные фломастеры, ну, линейка. Там что-то еще, наверное, в кармашке. А нет, это просто кармашек, сюда можно ластики ложить. Это бампер, я так поняла. А там кому? Это на Свете, по-моему, тетя Оля писала. Да. Или Окси. Ну, сейчас посмотрим тут, где что кому. Давайте, Маша, нам забирай свой. Как? Оксане! Оксане прислали книжку! Вот такую красивую. Это азбука. Будет Окси учить буковки. Вот такие вот там странички красивые. Держи, Оксенька. Тихо. Так. Наверху змейки потише немножко. Так, сейчас посмотрим. Настя, это ванильный крем. Ложку этого крема добавляется в тесто. Спасибо, Оля, огромное. Подожди. Вот такие вот два. Ну, на, показывай. Ванильный, давай мне сюда, я пакетик положу, чтобы мне не забыли. Так, доставай. На, прибери это один. Вот такие вот тапочки, скорее всего, в Свете. 40-й размер. Они узкие, мне кажется, будут. На, потом держи. Расцветка красивая. А, да, вот про это вот писала мне Оля, что она прислала. А я не знаю, про какие. Так это две пары кроссовок. Тут две пары кроссовок, ребята. Одни, я не знаю. А где какой размер? Да, я посмотрю. Да. Вот. Мама. Нет. Вот там написано. Вот. Сороковой. А оба сороковые. Ну вот смотрите, ребята, в целом здесь, я не знаю, где кому какие. Оля, ты, надеюсь, потом мне напишешь, где кому какие. Но вот такие вот две пары кроссовок. Держи. Футболка для девочек. Футболка здесь. Вот такая красивая. Еще одна футболочка девчонкам. Держи. Это кофточка. Илья это говорит, я не знаю, что такое. Вот такая вот красивая ажурная кофточка. Это футболка. Это футболка такая. Вот такая вот клёш футболка по бокам получается длинная, а посередине так. Давай. Очень красивая. Ого! Ну, давай показывай. Я просто сама любуюсь, а детям не хочу показывать. Вот такая вот. Света, это ближе на показывает, потому что оно отсвечивает. Оно со стразиками. Это кардиган. Пришел. Кардиган женский. Вот такой вот серенький. Кепки. Да, две кепки. Это мальчикам Ильюшки. Дай покажу. Показать-то надо же. Ты что, как этот сразу раз убрал? Пума и вот такая вот. Две кепки. На, убирай. Так, давайте пупурку мы отсюда уберем. Вот это вот уберем. А вот наклейка наклеилась. Это что такое? Это я знаю, там Илья Святой Егор там что-то. Это то, что вот тут вот. Так. Не а знаю. Это какой-то зарядник. А чего? Тут, ребята, какой-то зарядник. А, камера, свет. Мама, вообще в другую сторону. Зарядник от такого телефона кнопочного. От какого-то зарядника. Мы посмотрим потом. Так, это штаны спортивные. Это тоже. Это, наверное, девчонкам. Да. Да, это девочкам. Свете и Кате. И Маше. И Маше. Так. Настя, это Антон мне писал. Антон, за огромное спасибо, с Олей. Это мне. Свет, покажи поближе. Флеш-камера. Ой, флешка на телефон. Покажи носки, какие вам прислали. Огромное вот за это спасибо. Так. Это юбка, что это? Это не юбка, это платье вот такое вот. Вблизи потом примерку девочки сделают, и мы вам покажем. Это. Это водолазочка. Такая расцветка с длинным воротником. Что это? Это такой топик. Это сейчас мода такие носить. У нас Света в последнее время стала обрезать все футболки, кофты. И вот такую вот ей прислали. Это тихо. Это Ильюшки, да. Смотрите, ребята, что у нас Ильюши прислали. Вот такое. Это как называется, Илья? Кофта, ну, кофта сверху
пуговицами и с капюшонами. Огромное-огромное спасибо. Сзади вот такая вот там надпись идет на спинке немножко. Держи, Илья, тебе нравится само? Спасибо. Вот такая вот рубашка на, с коротким рукавом, и на рукавах тоже надписи. И на спине тоже надпись. Такая же вторая. А, две рубашки? Чуть-чуть. Ну да, вторая рубашка вот такая вот. Это больше как футболка идет. Огромное-огромное спасибо. Илья ждал очень сильно. Потому что нам в последний день уже написали, что вот так, это, скорее всего, Егору, да? Потому что Илье будет маленькая. Вот, наверное, маленькая. Вот такой вот и свитер. Это олимпийка, да, называется? Дай сюда. Стой. Ну, давай. А там написано, наверное, что-то. А вот как раз оно, Настя. Антон, я так поняла, что это ты мне писал вот про это, что сюрприз для мамы будет. Огромное спасибо, но я вам... Флешка на 8 гигов. Но честно говорю, не надо больше, вот, потому что мне становится очень неудобно из-за этого. Но огромное спасибо. Вот такой вот, ребята, пришел планшет. Там Катюха отсветилась. Катя, помахай привет. Кать, сюда смотри на меня, помахай привет. Да помахай. Тебя там видно через планшет. Скажи всем привет. Вот такой вот планшет, ребят. Дай пакетик, я запакую. Мама, там ваньки не нравится. Я нифига, такое-то тяжелое что-то и тоненькое. Я вижу, что тут, ребята, посмотрите, Ваня играет сзади. Пока мы с вами разговариваем, Ваня уже, видите, играет. Так, планшет я пока сюда уберу. Рубашка. Это, наверное, Егору уже идет. Она с коротким рукавом. Она с корот... А, это женская, скорее всего, рубашка. Я к Ваньке хочу. 152, 164. А тут не... Это женская, скорее всего, потому что она удлиненная. Оля, напиши, пожалуйста, на кого эта рубашка. У меня рубашка тоже удлиненная есть. Ну, положи пока туда. Мам, я к Ваньке хочу. Давай, иди. Иди, иди туда, иди играй. Давай. К Ване. Иди к Ване туда играй. Марина пошла тоже к Ване играть. Дальше что здесь? Футболка. Тут, наверное, и папе тоже футболки есть. Это папина. Это папина, наверное. Ну, вот такие вот. Красная футболка и белая футболка. Мать, тихо. Приношу извинения. Просто уберите собаку на улицу. И вот такая вот футболка тоже у нас. На Илье. Это чуть не только тебе. Дальше. Здесь присылали курточка. Свете, я так понимаю. Это курточка. 34-36 размер, да. Вот такая вот куртка. Слушайте, она такая классная. Держи, Света. Дальше, вот такой вот плащ. Ну, тоже куртка, да, удлиненная она просто немножко. Это мужская? Вот это вот, я так поняла, что это Ильюшке прислали. Вот такой вот курточка тоже. А какой у нее размер? Размер L. Сегодня будет примерка от пацанов. Сегодня у меня от Ильи будет примерка. На, Ильюша, убирай. И последняя вещь в этой коробке. Нифига, по-моему, не последняя. Нет, все. Вот такая вот курточка тоже еще одна. Слушайте, на ощупь такая мягенькая. Огромное, Оля, спасибо. Сейчас дети устроят примерку. Смотрите вот на эти счастливые лица, которые сидят и играют. Вам понравилось? Ага. А скажите спасибо. Спасибо. Вот так вот. Ваня, ты помогай всем привет. Привет. Все, ребятки, играют. Огромное-огромное вам хочу сказать спасибо. И... Сейчас будет примерка от детей. Света, Оля и Антон, хочу вам сказать огромное, просто преогромное спасибо. Дети очень рады. Ваня, Марина играют в конструктор. Все счастливые, довольны. Приношу вид, просто там все дети играют, поэтому здесь. Примерку сделали, но не всех вещей так. Почти всех, да, сделали вообще? Уже вкусно кушают чупа-чупсы, всякие вкусняшки, все довольные, все счастливые. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам всего самого хорошего.
Я, как всегда, немножко поплакала. И то, что, вот, знаете, я уже не первый раз убеждаюсь, что людей хороших больше, чем плохих. Поэтому огромное-огромное спасибо. Дай Бог вам здоровья.